точно, осторожно. Забудете, да, вот будешь бежать. Да, и все, и ушел. Все, пошлите отсюда. Знаете, смотрите, поберегите своих родителей. Себя поберегите и родителей. Знаете, родителям будет все, родители помрут, если что-то с вами случится. В видео речь пойдет у нас о вот этом здании, об этом садике. Вот фотографии 70-х годов. Здесь зорница проводится. Вот, да, и вот видно, вот наша четырехэтажка. Первая пятиэтажка, вторая пятиэтажка, да. И сразу же после них идут, вот, идет строительство вот этого садика двухэтажного. В дальнейшем ему присвоит номер 124. Детский садик 124. Станция Кушмурун. Кустанайского отделения железной дороги. Вот здесь вот. Вот такой красавец, смотрите, да? Вот это был садик. Садик ясли. Здесь и детки и круглую ночь, и лечились, в общем-то. Ну, все, что мыслимое и немыслимое в те годы. Вот все здесь было. Вот, видите, какой он. Тут освещение. Вот оградка, кстати, вот такая же. Вот и сейчас, ну, уже добивает ее. Вот здесь вот снимает. Вот эта часть уже сняли. А так, в общем, в большинстве своем. Вот это вот сняли. Вот, смотрите. Видите, какой вот. Вот с этой стороны здесь. Это вот только его построили, да. Еще не до конца даже вот построены. Всем привет, привет. Вот эта статья за 23 марта 2019 года в газете «Кустанайские новости», да, в областной газете. Вот и сподвигла меня на нынешнее, на это видео. Смотрите, о чем эта статья. То есть такой предприниматель, один из братьев Алмат Турсунов. Это Карасу, соседний с нами район, Карасу райцентр, в общем-то. Вот и один из предпринимателей братьев подарил им здание. Здание бывшее, ну, какое-то там бывшее здание, в общем-то. Подарил, плюс дополнительные 13 миллионов на ремонт выделила ТО «Астана Гранд Трейд». Да, подарил под садик. То есть вот подарил акимату, подарил селу, жителям. Да, надо сказать, что жителей в Карасу не так много относительно, допустим, нашего Кушмуруна. Там около 4000, наверное, жителей. Ну, может, чуть больше, чуть меньше, в общем-то. И имеется у них уже садик Балапан, конечно же, там школы и так далее, в общем-то. Ну и вот такой вот подарок. К 80-летию, кстати, понимаете, еще меня что зацепило, это 80 лет району будет, Карасузскому, да? То есть он, Карасузский район, так же, как и наш Кушмурун, будет праздновать 80-летие. Вернее, Карасу будет праздновать, Кушмурун я пока не знаю. То есть вот сегодня уже 29 марта, да? А, ну, ничего не слышно, никакой программы я не видел, да, ну, может, кто-то видел, может, ее прячут где-то, да, то есть ни на сайте районном, нигде, то есть как бы это событие у нас нигде пока не отмечено, кроме, допустим, сайта, моего сайта, да, здесь отдельно вот идет 80-летие и уже кое-какие статьи там есть, ну, что могу, то могу, вот. Теперь смотрите, вот, что даст этот садик? Да, во-первых, аким села отмечает, что полностью будет решен охват детей, да, дошкольным образованием на 100%. И кроме этого будет 30 новых рабочих мест. Классно? Вообще здорово. Что теперь у нас? Смотрите, уже неоднократно мы эту тему поднимали. Уже несколько лет эта тема у нас на слуху. У нас где-то под 160, под 200, наверное,
детей, которые хотят попасть в садик. У нас 3 садика, но они как бы небольшие, да, по своим возможностям. И поэтому очень позарез нам нужен садик. Вот посмотрите, давайте посмотрим, что у нас. Вот открывая карту здесь вот нашего Кушмуруна, да, у нас есть такой микрорайон Питер. Вот он здесь. Нет, ну давайте вот здесь вот. Здесь я как раз прорисовываю. Вот, вот, допустим, вот этот участок. Вот у нас Кушмурун, да? Вот он. Да, вот здесь вот мы доделываем скоро карту в Яндексе. Будет классно. Вот Кушмурун, да, смотрите. Вот этот район у нас, мы его в народе называем Питером, да? Питер, потому что тут выстроены, ну, было, сколько здесь было? 6, наверное, 5-этажек, в общем-то. Одну потом куда-то дели, и одна трехэтажная здесь общежитие, вот здесь вот она должно быть. Ну, нету, ладно, куда-то ушло. Вот здесь 4-этажка, да, и вот здесь 2-этажное здание. А вот это вот, да, при Советском Союзе, вот, Рубинштейн, начальник отделения Кустанайского отделения железной дороги, такой был Рубинштейн, вот, вот он построил нам вот такой садик для железнодорожников, да, огромнейший 2-этажный вот садик, в общем-то здесь, ну, много деток было, то есть если бы нам его подарили, да, что его дарить, оно уже его развалили, в общем-то, то у нас бы, наверное, тоже охват деток был бы полностью закрыт. И плюс, конечно, рабочие места. Смотрите, вот здесь у нас 5-этажки, вот 5-этажные, вот и вот. Вот действующие 5-этажки. Вот это вот развалины. Вот здесь как бы Сталинград, да, вот дом Павлова, по-моему, там все разбито, развалено, да. Вот здесь 2-этажные дома, ну и так далее. Это 4-этажки. И здесь вот 2-этажные дома, да. Вот здесь я еще не нанес дома, здесь еще есть домики, в общем-то, тут гаражи и так далее. Но тем не менее. То есть вот такой здоровенный микрорайон у нас. Смотрите. И вот этот детский садик. Он когда-то был 124-й детский садик. Сейчас же ну, принадлежит какому-то банку. Каспийский, по-моему, банк. Который его изъял за долги. Вот. Пока охранялся, все как бы было нормально, сейчас не охраняется, ну и добивает его полностью, в общем-то, наверное, скоро и стены будет ломать, в общем-то, ну все, конечно. Смотрите же, вот этот микрорайон, здесь очень много молодых семей, да, здесь очень много военнослужащих, железнодорожники, смотрите, вот им приходится своих водить детей, да, вот аж сюда. Вот он, один садик у нас, да? Вот по улице Ленина здесь, с интерната сделали. Вот это Карлыгаш. Вот второй Балапан, да? И вот здесь у нас, вот здесь он у нас, я его еще не сделал, в общем-то, не прорисовал. Вот здесь вот у нас еще один, Ромашка. Пока Ромашка, ну, не знаю, так он называется сейчас или так. Вот, вот представляете расстояние, да? Это каждый день, каждый туда и назад вот этим людям, живущим здесь, вот здесь вот живущим, да, это все нужно вот сюда возить. Ладно, слава богу, хоть там что-то есть. Теперь смотрите, что с этим садиком. Вот, раньше был еще вот здесь садик у нас, в этом районе. Вот в этом районе у нас был еще один садик. Вот. Ну ладно, его теперь нет, как говорится, там совсем другое, ладно. А что вот с этим садиком? Вот давайте сейчас посмотрим видеоролик, да? Видеоролик, в котором говорится о перспективном плане поселка Кушмурун на ближайшие 20, 25, может и 30 лет. Этот план закупил нам примерно за 20 миллионов тенге несколько лет назад Аулекольский акимат, вернее, архитектура, да, вот там, вот они для нас его купили, тот перспективный план. Ну, знаете, вот давайте теперь перейдем
А, вот он, вот перспективный план развития Кушмуру Новоликольского района. Вот наш Аким как раз рассказывает. Вот переходим сюда, да, и вот, допустим, вот этот участок, вот посмотрите, да, как все задумано. Второй детский сад будет тоже находиться на этой стороне, то есть в сторону Кирова будет находиться второй детский сад. Здесь же... Видите, вот. То есть один детский сад, вот, и вот второй детский сад, да? Вот второй детский сад. То есть если взять вот, вот этот детский сад, вот он, вот где располагается, да? Которым я сейчас веду речь. Это детский садик был номер 124. Вот двухэтажный, здоровенный. Вот. И вот наш район Питер. Это вот это район Питер вот здесь, да? То по перспективному плану, ребят, вот у нас вот, вот здесь будет запланирован, да? То есть вот этот садик, я не пойму, он у нас есть или его нет? Вот. То есть по перспективному плану за 20 миллионов примерно, да, которые нам приобрели, садик вот будет располагаться вот здесь вот, да. То есть как бы вот здесь у нас огороды, вот здесь вот, да, а садик будет, ну, на отшибе его сюда вот, да. Только я не пойму, здесь у нас и кладбище, здесь уже надо его закрывать и расширять, говорят, вот куда-то сюда будет. Ну, рядом все, понимаешь. Вот, вот здесь вот этот садик. Знаете, про этот садик ничего не говорится. То есть его уже или развалили, или его похерили, или я не знаю что. Так же, как вот здесь вот и пятиэтажки, здесь как бы ее нет. Хотя она есть, в общем-то, да? Вот, но ее нет. Понимаете, вот на перспективном плане, то есть ей места не нашлось здесь. Вот, ну и теперь посмотрим, давайте посмотрим дальше. Ряд пятиэтажек, вот выход на улицу, выход на сторону Кирова, Ключевого. Вот здесь пятиэтажки, которые у нас были снесены, они будут восстановлены, то есть на их месте будут построены тоже пятиэтажки. И здесь будет еще один замкнутый микрорайон, полностью оборудован, со всеми спортивными площадками, именно детскими площадками, полностью вот это будет микрорайон с пятиэтажками сделан полностью. Кладбище будет законсервировано, потому что ему развиваться уже дальше не будет, оно сжато. Кладбище будет принесено в сторону Мусульманского кладбища, то есть за пределами находиться. Вот представляете, вот садик, да? Вот детский садик вот здесь вот будет, да? По перспективному плану. А вот здесь вот, как показано, ну, он, может быть, ошибся там, вот, да, кстати, вот, и вот, да, вот поближе здесь к кладбищу, да, то есть, это как раз нужно. Вообще, нормальный проект, вообще, суперский проект, смотрите, тут даже Ауле Кольский, понимаете, тут ошибки на этом 20-миллионном проекте, да, и область у нас Кустанайская, то есть, вот, понимаешь, это как будто, вот, предположение такое, что здесь вот был Семиозерный район, да, и Кустанайской области, да, вот план П. Кушмурун, Семиозерного района, Кустанайская область, ну, советский где-то план, в общем-то, был, это был, когда это самое, то есть планировали что-то подобное у нас, это 100% было, а, ну, а здесь Ауле Кольский, не Аулии Кольский, в общем-то, да, ну и Кустанайская. Ну, вообще пойдет, ничего страшного, подумаешь там. Если бы за 50, там, конечно, бы уже миллионов, они бы, наверное, все правильно это написали. Вот как бы вот связанное с этим, с перспективным этим планом. Ну, теперь смотрите, в общем-то. Последний раз я был в этом садике, да, где-то в феврале. Еще ограждение как бы все, ну калитки уже не было, но ограждение как бы было, двери были закрыты и так далее. Вот то, что сейчас творится, ну вообще нет слов. При этом жители говорят, что и милиция как-то там появлялась, в общем-то, вот, и Аким
Несколько раз приезжал, вот, справлялся, смотрел что-то, в общем-то. Ну и так далее. Я не знаю, районные что-то были, кто-то были или нет, вот не в курсе. Вот давайте посмотрим сейчас видео, которое было записано буквально 27-26 числа. Ну-ну-ну, я на видео снимаю, мальчишки. Я вас не буду снимать, да? А вы просто меня проводите, чтобы хулиганы не напали. Чтобы бандиты местные не напали. Вы ж тут местные же. Да, слушайте, это уже здесь все растаскивают, да? Ага. Это же металл уже было, металлическое, да? Да, это металлическое. Все понятно. Здравствуйте. Ну что тут? Добивают, да? Да вот сейчас гурьба пацанов зашла. Ага. И каждый по камню бросил, еще от одной ошибки. Ага. Хочу гонять. Аким приезжал, я с ним встречался, ага. Разговаривал несколько раз. Выгонял пацанов. Ну и в заключении я вот что хотел сказать, да. Несколько раз вот это здание выставлялось на тендер, да. Я уже в одном из видео указывал там наши запросы и так далее. По-моему, 17 миллионов первый раз хотели продать, потом уже на понижение шел. Там, по-моему, 10 предлагали, в общем-то, но толку никакого. Ну и это при том, при всем, что все там было целое, окна целые, двери целые, все было целое, да, полы и так далее, пол, вернее. Сейчас же то состояние, которым она, это здание, сейчас существует, в общем-то, ну, не знаю кому, но только вот развалить ее, там кирпич какой-либо, вот, и все. Сколько это потянет. Я к чему это говорю? Вот я, допустим, уверен был бы, если бы поехал вот к хозяевам, к этим банкирам, да, взял вот это видео, показал сложившуюся ситуацию, показал, в каком состоянии сейчас ихняя собственность, да. А, кстати, существует какой-то там у нас закон, по-моему, о передаче или возврате зданий вот назад, именно вот дошкольного, садиков, там, школ и так далее, вот этих, да? Как-то года два была такая акция у нас, что назад возвращали. Вот. То не думаю, что нельзя было договориться. Да, если оно, конечно, нужно для Кушмуруна, да, если оно нужно для Акима, если оно нужно Акиму Аулекольского района, допустим, вот, то обратиться к тому же Акиму или зам Акима области, в общем-то, подключить средства массовой информации. Вот я больше чем уверен, допустим, что если я сейчас обращусь, ну, Кустанайские новости не знаю, но вот в нашу газету, вот, обращусь туда,
покажу вот этот видео, да, объясню, что вот так и так и так, в общем-то. То есть вот эта публикация пройдет. Можно, да, конечно, и выше, если вот областные, ну, районные, как бы не действий я пока не вижу никаких. Вот видите, когда они будут действовать, когда вообще, наверное, завалится, да? Вот. Можно было дойти до нового президента Токаева, да, вот показать это видео, то есть, естественно, сам Токаев-то не увидит ее, вот, но, как бы, те, кто представляет его, я не думаю, что вот дали бы его это здание добить до конца. Или же, нам не нужно было делать перспективный план, потому как из того отношения вот к этому зданию, да, это говорит о том, что толку не будет с нашего поселка. Печально, наверное, все здесь закончится, наверное, так же, как и бывший наш станица Кушмурун, Киров. Вот, наверное, ждет такая судьба. К сожалению. А ведь можно было это все. Все можно было это сделать. Вот как-то так. Кто может, помогайте, давайте. Еще есть что-то там, стены остались. Еще вот. Все, нет слов. Всем пока-пока. Ставим лайки. Подписываемся. Делаем репост. Поделитесь в соцсетях, посмотрите, неужели вы равнодушны вот тому, что вот у нас происходит. Народ, еще раз, пока-пока, всего.